Привет! Сегодня мы посетим, наконец-то, Новосибирский зоопарк. Вот такой вот подход, подъезд. С правой стороны от Жуковки есть огромная стоянка. Бесплатная пока. Вот такие кассы. Здесь вход. Вот при входе вот такая красота. Здесь вход. Слева террариум. Все, пойдем в террариум, посмотрим маленько. Давай мороженое. В общем, будем записывать. Полностью не будем все записывать. Краткий обзор зоопарка. Небольшой обзорчик. Террариум. Тут у нас змеи всякие разные. Питон. Черепахи, змеи. Рыбки. Змеи. Очень интересное место. Красиво. Так, видите, или мороженое наше, самое лучшее, золотой стандарт. Сейчас возьмем тележку и поедем, да, Ксюш? Пойдем. Тележек мы выбрали вот такую тележечку. Сейчас поедем. Тут есть даже колясочки. Какая красота здесь. Подарки получали вкусные сегодня, да? Колись. Купон там на вкусняшки вы меняете. Вкусные подарки. Вот на фоне динозавров. Сейчас пойдем прямо вдоль аллеи. Кто нас встречает, это сервал. Где он? Спрятался. Вон он ходит. Вон второй идет. Супер. Вон он лежит еще один. Часть... Белки красивые вон какие. Тайланде. Оранжевые такие, прикольные. Это как белки по погоде. Да, пап? Да. А внизу какой-то сурочек. Кинкажу. Я вам покажу. Вот. Я вам покажу сейчас. Где раки зимуют. Суматра. Кто это? Каракал. Каракал. Вот тут пошли птицы и кошки. Есть чертово колесо. Вон они, красавцы такие сидят. Попугайчики. Шутка, конечно. Орлы. Горбушек кормят. Орлана. Вот они. Белоголовые орланы. Красавчики. Вон красавчик. Бородач сидит. Посмотри сюда. Во-во-во, красавчик. Смотри, какое у него обиженное лицо. Ты что обиделся-то? Сюда посмотри. Бородатый. Бородач. Бородатый, бородач, ну посмотри сюда, обиделся, ну ладно, пойдем дальше. Не обиделся, сидит спокойненько и смотрит на нас. Привет, красавчик. Бородач. В этом шарике тоже птички всякие сидят. Тут орлы в основном. Белоплечик. Белоплечий орел молодой. Танцуй пока. Грифы черные, красавчики какие. Ух ты, какие. Грифы. Поели вы хоть маленечко, а? Грифы.
О, красавчик, красавчик. Ничего не скажешь, да, да. Поели хоть немножко? Грифы черные. Орланчик, посмотри сюда. Всю ногу свесил. Сел и сидит. Сидит, смотрит. Белоплечий орлан. Да? Орлан живет до 54 лет в неволе. Вот этому неизвестно сколько лет. Тебе сколько лет? Я думала, вообще-то нормально. Белохвостый орлан. Что спиной сидите? Повернитесь сюда. Ага, любопытный что-то смотрит. Мама, а чем? Наверх что-то посмотрел. А, это тоже белоплечи. А что они такие маленькие? Это вот дети. Пошли. Европейский лесной кок. Кыс-кыс-кыс. Иди сюда. Куда пошел? Ой. Вот. Ой, ты маленький. Красавчик какой. Это барсик он. Барсик он сидит. Это не разные. Почему разные? Одно и то же. Расцветки вообще разные. Ну, это мальчик, тут дедочка. Ну и кот гуляет, похоже. Сидит. Ты что, гуляешь, что ли? Или что, орешь-то сидишь? Кот. Не реагирует они. Ты на кыс-кыс? На нас не надо только брызгать, это будем потом попахивать. Ходит, метит. Не отличается, я все туда. Дальневосточный кот. Мышовый кот. Рыжий. Рыжий камышовый котик. Вон он сидит, красавчик. Куда-то спит, дремлет котик. Камышовый котик. Но черненький. Кс-кс-кс. Ну повернись сюда, мы тебя не можем увидеть. Детки. Их, наверное, сюда посадили специально. Вон, черненький, рыженький. Ну что, дошли до царя зверей. Это новое у них убежище открытое. Они не перепрыгнут? Перепрыгнут и к нам сюда прям. Под напряжением вверху идет. Чихнул. А где твоя жена? Жена где? Куда спрятал?
Облизывается, смотри, идет. Ты кого-то съел, что ли? Че облизываешься-то идешь? Смотри, идет. Умау, иди подойди, умау, ага. Мы ничего не привезли тебе. А смыть? Куда пошел? Кто за тебя смывать будет? Смотри, посмотрел на жену. Смотрит на жену. Через стекло. Ой, она так хорошо лежала до этого. Все, садись, поехали. Садись, сказал. Он укусит. Пойдем тигров смотреть. Пошли. Не, я иду. Не, я иду туда. Так там не видно. Ну, мальчик, пошли. Он тут купил. Он тут купил. Не, я и тут купил. Папа, папа. Папа, папа. Я ушел. Идиот. Деловая. Что, все перегрелось? Ну что, лев выйдет сюда или как? Ее Найтирия, а его Сэм. Найтирия, Сэм. Найтирия. Можем туда подняться. Сейчас мы поднимемся. Пофоткать сверху. Такая картинка открывается сверху. Где-то здесь белый тигр есть еще. Мама, вон, смотри, полосатый ходит. Большой. Тигр. Амурский, и там амурский.
Пойдем. Здесь еще. Видишь, полосатая? Вот тут, смотри, очень гигант. На его фоне. Смотри, я маю ее. Маю? Да. А это кто? Почему вы ребенка-то забрали? Волк, какой прикольный. Ничего себе. Арктический волк. Здоровые такие, да? Где он? А, кушают они? Детка. И детеныш это. Все позабирать, смотри, что делает. Здоровый, да, кстати? Когда они для мяса едят. А маленький остался чего? Ой, интересно, да, арктический волк там. Волчий аппетит. Дальневосточный леопард. Конечно, плохо видно его. Тоже кушает. Красавчик. А ты поел уже, что ли? А? Смотри, а этот реагирует. А нет. Такой кусок мяса лежит. Она не хочет. А нет, вот, решилась все-таки.
сервал. Рыжая рысь. Рыжая рысь. Тоже кушайте. Рыжая рысь. Девушка, барса не видели? Девушка. Красавец, он затемнен и нифига его не видит. Вон там они обычно бежат. А вот здесь, а здесь домой тоже нет? Где? Он к белым медведям. Ту-дум! Тоже кушает белый медведь. Не дышать яблоки туда, не буду. Тоже кушает, как все. Может, ужинает? Бенгальский белый тигр. Где мама? Не мама, а, наверное, жена. Кенгуру, вон здесь. Ты их плохо видел. Очень плохо видел. Шимпанзе. Они обитают где-то на вот этих шимпанзе. Нет, это другая. Но так здесь улыбаюсь. Дистанция. Идем. Мандрил. Мандрил. Гутанга не увидели. Вход открыт. Но в здание не зайти, написано временно закрыто. Где орангутанга смотреть? Непонятно. О, а мы в аквариум пришли. А что он закрыт-то?
Жалко. Почему летом открыто, в том году были? А мы хотели рыть, а закрыто. Сентябрь месяц закрыто. Прав. На Алтай ездить не надо. Пришел сюда и посмотрел. Марал, кого ты чего украл? Все, поехали. Пума, а где пума? Не увидели. И здесь пумы нету, да? Мясо лежит, а пумы нету. Они внутри все. А, здесь ягуар даже, ёпарасоте. Всё так не видно. Кенгуру ещё с этой стороны есть. Вон. Лобус красивый, красавчик. Лемурчик. Вот это беременна, что ли? Толстая. Диана. Слышали, как чмокнул? Ну, по сути. Привет, братан. Как дела? Привет. Как ты поживаешь? Мишка. Кустарниковые собаки здесь. Где они? Наверное, с той стороны. Только построили, но еще не заселили. Кустарниковые собаки. Не видно. Красивый какой. Красивые какие. Бакланы различные. Птички. На клещи написано. Здесь лебеди. Детские аттракционы.
Что ты пришел ко мне? А? Что-то у нее щелкает там сзади. Копыта надо подрезать или что там делать? Кушает. Так. Купили вот в этой кафешечке шашлычок, вот где рысь, и вот такой фонтанчик. Купили два шашлычка, аджичку, этот лавашик, пивко, отдали 765 рублей. Я буду пробовать. Пекари ошейниковые. Вон еще вообще маленький. Чего тебе яблочко не принесли? Красный волк. Голуби. Такие прям миленькие. Тут можно взять корм. О, все разобрали, что ли? Все разобрали. Он гоняет гарем свой. Да это такой колизубр. Территория большая такая для него. Пони. И аттракционы есть. Мы взяли цепочную карусель. Все, сейчас поедешь где? Карусели. Вот на вот этой. Если не знаешь, что такое. Там быстро на этой карусели. Высоко. По-моему, ей уже пофиг. Она даже улыбается. До этого лицо было, конечно. Да вообще, это было. Я попугалась.
Ну берешь, ладно, это помню. Ну как тебе? Супер! Нравилось? О, мощно. Убирается. Выгнали его. Открывай, да выходи. Что, горячий? Раки. Батареи стоят. Вышел один? Ну, кажется, нет. Они одинаковые. Ибис. Точно ибис? Ибис. Там ремонт идет. А где она? А? Ты видишь? Какая харза? Авель. Венценосный черный. Канибары. Овцы, бык, шерсть закрыта. Кушает травку овцы, бык. А он делает вольер для красавчика. Степной орел. Сидит, ждет, когда к нему подойдут, его посмотрят, да? Ты чего сидишь такая тут, а? Грустная. Никто тебя не смотрит, не любуется никто. Да? Никто тебя не смотрит, да?
Смотрите, маленькая такая. Она уже увидела, что ей хотят кушать дать. Красота какая. Это пруд. Сделали вот такой вот памятник. Я даже... А здесь пингвинарий слева вот здесь и дельфин. Ой, какие у него кожаные
лапки. Вова, Вова, Вова рядышком, смотри. Смотри, где пингвин? Он сейчас нырять будет. Смотри, какой он. Будет в воду. Он плавает. Под воду. А это птичка. Видишь, а плавает, как рыба. О, вниз нырнул. Ну, что это такое? О, смотри, вниз. И этот пингвин какой? Самочи. Вот он, вот один самый смелый. Лома. Другие других нету, один только Лома. Бежал, что ли? Чешется, мне кажется. Да? Такая зона, тут птички летают, уточки сидят вон там, змейки в аквариумах ждет добычу или что. Тут он, это удав кубинский, полос маисовый. Да, интересно. Собака головы. Куры капуцин. Пахан. Где пахан? Вон он.
Вон, черненький. Киргиз. Наверху? Да. Вот это? Это пахан? Это что, пуха? Это пахан. Пахан. Ну там большие, огромные. Спит это, он сны видит. Трясичка у него. Нет, конечно. Нет, ты парень? Ну вот, посетили мы новосибирский зоопарк очередной раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.